подошло время вместе подумать и поговорить о стихах. Дорогие друзья, я на сцену приглашаю Галину Радищенко. Стихи Галины Радищенко «Вместе подумаем». Кто сказал, что старость не касает, что приход старость как беда, и такое по незнанию? Тот, кто не был старым никогда, нет, бояться старости не надо. Ведь не всем она дарит судьбу. Старость — это как за жизнь награда, дарится Господом не всем и не всегда. Детство незаметно пролетело, молодость проходит как-то вдруг. Только старость нам не изменяет, как надежный и нежданный друг. Каждой старости своя дорога, каждому по-разному видна. Одинаково одно дается Богом. Старость, как и молодость, одна. Старость, ты ко мне пришла, я дома. Пусть не будет грустно нам вдвоем. И тогда судьбой моей ведомой мы с тобой подольше поживем. Галина Радищенко. Желаю крепкого здоровья. И главное, помните, что старость — это золотое время.